Всем привет от канала ИП. Данный ролик посвятим новинке, а также другим киргизским монетам. Вот сегодня получил в блистере монету. Вот ее описание, пожалуйста, прочитайте. Обсудим. Напоминает. Да, монеты Киргизии печатаются также на казахстанском монетном дворе. Вот начали с блистера. Пожалуй, это первый блистер киргизской монеты. До этого были вот так вот оформлены. Просто в капсулах были никелевые монеты. Тоже очень красивый дизайн. Тиражи были порядка 3000. Сейчас в блистере тираж стал 5000. Посмотрите, какие плюсы, достоинства появились. Вот это одни из первых никелевых монет. Иссык-Куль. Вот эта монета оборотная. Тут же сторона представлена. Так, какие замечания смотрим. Мы не нашли тираж, в отличие от казахстанских блистеров. На наших казахстанских был указан тираж 10 тысяч. Здесь тираж не указан на монете. То есть один сон. Прекрасная монета. Блистер сам по себе большой, крупный. Своего рода есть минусы. При этом, когда чем больше площадь, вот бывает попадается с замечаниями различного характера. По ходу дела посмотрите, пожалуйста, на серебряные монеты Киргизии. Веселый дизайн. Тиражи небольшие. Масса, кстати, интересная. У некоторых унция. Тиражи по 3000 экземпляров. Проба серебра перед вами. На Иссык-Куле. Вот красивая монета с позолотой. Тираж всего 1500 экземпляров. Серебряная монета. И вес, обратите внимание, другой. То есть достаточно приятные монеты. С малым тиражом. Думаю, весьма перспективные. Так что, пожалуйста, не забываем ставить лайк. Всем удачных приобретений. Наслаждаемся монетным коллекционированием. Всем нумизматам привет!